Шалом, шалом! С вами я, Леви Ашер Харпатин, молодой спикер платформы Вайкра. И это наша с вами рубрика «Мудрость Торы на каждый день». Следовать примеру Моше. Моше имел особый контакт с Всевышним. Он сделал все, чтобы был Ковчег Завета, чтобы были отстроены скинии. Они вместе с Итро ввели судебную систему. Всевышний дал указание о том, чтобы лечили каждого еврея, потому что это важно для исполнения заповедей. И все это беспрекословно делал Моше. Почему? Моше имел в себе очень много качеств, но самое главное из них это было лидерство, понимание, богобоязненность и доброта. Именно такими качествами должен обладать каждый соблюдающий еврей и не соблюдающий. Мы должны следовать Моше во всем. Мы должны быть такими целеустремленными, мы должны быть такими богобоязненными. А самое главное, мы должны исполнять заповеди, как это делал Моше, с таким трепетом и с такой ответственностью. Давайте вместе следовать примерам. Браха вецлеха. Всем хорошего вечера.